Добрый день, друзья! Привет из Чикаго! С вами Федор Самородов, а позади меня проходит конференция Ignite, на которой Microsoft только что объявил о скором выходе следующей версии нашего с вами любимого SQL Server. Я вам расскажу кое-что интересное о том, что нас в этой версии ждет. Например, давайте поговорим о встроенной поддержке данных в формате JSON. Смотрите. Итак, в следующей версии SQL Server мы сможем работать с данными в формате JSON. Давайте для начала обсудим, что это такое и для чего это может нам пригодиться. Ну и потом оценим возможности, которые появятся в 2016 версии. Зачем такой формат данных или такой тип данных нужен? Он был придуман изначально для того, чтобы упростить обмен данными или какие-то вызовы, взаимодействия между различными приложениями, сервисами и прочими программными агентами. Вот эти вот воображаемые сервисы, программные агенты, им, конечно, удобнее данные хранить и обрабатывать в каком-то своем бинарном формате, несовместимом с другими сервисами, но желательно, чтобы был какой-то простой способ, простой какой-то язык взаимодействия, вызовов между этими сервисами. И для этого хорошо подходит какой-нибудь простой текстовый формат, потому что текст, слава богу, понимают все приложения, и еще и текст может нормально читать человек. Ну, таких форматов популярных у нас два. Это XML, конечно же, и вот JSON. JSON в этом плане даже получше, потому что он не просто человекочитаемый, а он еще как бы оптимизирован для чтения человеком. То есть, читая такой документ, вы сразу все понимаете. С XML в этом плане немножко посложнее, но тоже читать вполне можно. Главное, что в обоих этих форматах есть, это две вещи. То, что формат текстовый, ну то есть это просто текстовые файлы или строки для программиста. И второе, то, что в этом тексте можно хранить не только данные, но и их структуру задавать. Это очень важно. Так вот, теперь в SQL Server вы можете вот такие вот документы использовать. И, вероятнее всего, вы это захотите делать для того, для чего JSON был предназначен, для обмена данными с другими приложениями. Если у вас есть приложение, которое уже умеет потреблять данные в этом формате, и ему так удобно, то из SQL Server вы можете выдавать данные прямо в таком виде. Или можете под этот формат легко SQL Server подстроить. Ну вот вы видите справа пример документа в таком формате. Как видите, он легко читается. И сразу понятно, что если вы взаимодействуете со службой, с какой-то программой, который умеет данные в этом формате принимать или возвращать, или принимать параметры в таком формате, то у вас не будет проблем с взаимодействием с этой службой, с отладкой. В общем, это удобно. Как это будет реализовано в 2016 версии? Во-первых, самый, наверное, важный момент, то, что не будет типа данных отдельного для работы с документами JSON. Это будет просто варчар, ну то есть просто строка. С одной стороны, это вроде бы не очень хорошо, потому что мы не сможем сделать такие крутые штуки, которые делаем с XML в SQL Server. Но с другой стороны, это может быть даже наоборот неплохо, потому что с строковым типом данных у нас не будет никаких проблем в плане совместимости с другими механизмами SQL Server. Ну, там всякое секционирование, индексы полнотекстовые там и все такое прочее. Вот все навороченные механизмы, которые в том числе в последних версиях появились, они со строками совершенно точно работать умеют. Значит, вы можете смело и рассчитывать на то, что с документами в формате JSON тоже проблем не будет. К тому же, как нам говорит Microsoft, то, что JSON хранится в виде текста, это хорошо еще и тем, что вы можете довольно быстро модернизировать существующее решение, легко добавить поддержку в любой базе, в общем, быстро мигрировать немножко в сторону вот работы с документами JSON. Это неплохо.
К тому же, если вы используете JSON в базе по назначению, то, в общем-то, больше вам, может быть, и не нужно. Может быть, специальный тип данных и не потребуется. Естественно, какой-то должен быть контроль целостности. Да, есть функция из JSON, которая вернет вам нолик, если вы попытаетесь как документ интерпретировать какую-то неправильную строку. Можно ее добавлять, эту функцию, в ограничитель check. Можно просто вызывать в коде и проверять, корректный или некорректный документ перед вами. Удобно. Несмотря на то, что нет отдельного типа данных, запросы к JSON-документам работают. И механизм выполнения этих запросов такой же, как и в XML. Есть три функции, которые по своему назначению аналогичны тому, что мы видели в XML. Различаются они по типу возвращаемого значения. Если в качестве результата запроса из вот этого документа JSON вы ожидаете тоже документ, то вам подойдет функция query. Если же вы скалярное значение хотите оттуда извлечь, то вам подойдет value. Ну а для эквивалентов insert, update и delete, для внесения модификаций в эти документы, у вас есть функция modify. В общем, неплохо, и не придется особо переучиваться и переделывать сильно базу. Разумеется, если вы добавляете в существующую базу поддержку еще вот таких документов, у вас часто будет возникать задача конвертации данных между традиционным и, вероятно, основным форматом, табличным, и документным, в ту или в другую сторону. И то, и другое работает. Преобразование из таблиц в документы сделано так же, как в случае с XML. Вы пишете обычный select и к нему дописываете for JSON и режим преобразования auto или pass. После этого select возвращает те же данные, но уже в текстовом формате, отформатированном как документ JSON. Удобно. Ну, а в обратную сторону, помните, у нас была функция OpenXML, вот теперь OpenJSON. Из строки можно вытащить какие-то списки, какие-то значения документов, атрибуты в табличном виде. Вот так. Но на практике, конечно, будет не такой простейший запрос, как на слайде увидите, а придется все-таки немножко описать, какие именно списки, какие именно элементы, атрибуты вы желаете получить. Вот. Но в целом все получается аналогично работе с XML. Коли так, возникает резонный вопрос. А что же лучше использовать в базе? JSON или XML? Пока то, что мы видим, вроде как очень похоже. И функциональные возможности реализации тоже сделаны аналогично. Смотрите, контроль целостности и там нормально делается при помощи одной функции. Выполнение запросов на чтение делается тоже при помощи вот этих функций, которые позволяют нам воспринимать документ XML или JSON как будто как маленькую такую базу данных, в которую мы тоже направляем запросы на чтение, на изменение, но не на языке SQL, а вот на языке XQuery, XPath или на языке JSON. Модифицирующие запросы тоже работают аналогично, функция modify. Преобразование из табличного вида в документный тоже работает эквивалентно. Что лучше использовать, если вам захотелось поработать в базе с документами? Ну, по идее, как нас учит Microsoft, такой вопрос у вас, скорее всего, стоять не должен. Потому что, если вы используете эти механизмы по их исходному назначению, то это что означает? Что вы используете вот эти вот документы для того, чтобы просто данные передать из одной программы в другую, из одной системы в другой сервис какой-то, из базы SQL Server в какое-то веб-приложение или еще куда-то. Вот для этого изначально и были придуманы такие форматы, как XML и JSON. Они удобно позволяют обмениваться данными между разнородными системами, при этом сохраняя
человекочитаемость, что дает нам возможность быстро все это отлаживать, разрабатывать и тому подобное. Но после того, как это все заработало, оказалось, что XML удобен не только для обмена данными, а еще бывает удобно в этом самом XML данные хранить и обрабатывать прямо там в базе. Что на первый взгляд кажется странным, ведь у нас есть язык SQL и вообще реляционная теория удобная, которая все это делает быстро, хорошо, правильно и так далее. Зачем нам еще хранить данные не в таблицах, а в каких-то там XML документах и с этим еще дополнительно заморачиваться? Но действительно такие ситуации бывают, и неспроста для этого поддержка XML так глубоко проработана в SQL Server. XML данные сервер хранит не как строки, а как специальные такие оптимизированные для выполнения запросов структуры. Плюс они еще индексируются хитроумным способом, да еще и типизируются при помощи XML схем. Вот эти все механизмы подталкивают нас как бы к тому, что мы должны XML рассматривать не только как средство обмена данными, обмена результатами запроса между нашей базой и каким-то приложением, но еще должны задуматься о том, а не стоит ли некоторые вещи прямо в XML в таком нативном формате в базе хранить и обрабатывать. Так вот, для JSON в 2016 версии таких вещей не будет. Ну, то есть вы не сможете получить вот такие преимущества от хранения документов в SQL Server. И сразу же можно сделать вывод, что если вам все-таки нужно документное хранение, то выбираем XML. А почему? Почему? Ну, можно придумать много версий, но, наверное, самое интересное и, как нас учит Microsoft, вероятно, самое правильное, потому что у Microsoft есть отдельная документная база, DocumentDB, в которой все уже сделано специально для того, чтобы вам было удобно работать с документами. И JSON там — это основной родной формат хранения, обработки, обмена и так далее. Так что, если вам нужно работать с документами полноценно, стоит обратить внимание на DocumentDB. А зачем? Зачем вообще нам это может понадобиться, работать с данными в документном формате, когда у нас есть удобные таблички? Есть две типовых ситуации, которые могут вас сподвигнуть на то, чтобы от языка SQL или от табличной структуры хранения данных немножко отказаться. Две классических ситуации, в которых это становится не очень удобно. Во-первых, будут возникать серьезные сложности, если данные имеют очень сложную структуру, которая тяжело формализуется в виде табличек и колонок. Вот. Представьте, что вам нужно хранить, скажем, документы Microsoft Word в базе, и при этом иметь возможность работать с их структурой, то есть отступы, заголовки, подзаголовки, шрифты, цвета, абзацы, списки и все прочие элементы оформления нужны вам и на чтение, и на запись, у вас должен быть к ним доступ. Если вы будете документ Word парсить и разбрасывать по табличкам и колонкам, это будет крайне сложно. Вам придется кучу таблиц со сложной структурой создать для хранения всего вот этого. Таблички для хранения там заголовков, абзацев, разделов, подразделов, цветов, шрифтов и прочее. Конечно, так никто не делает. То есть данные слишком сложны для того, чтобы их структуру можно было переложить на таблицы, на реляционную базу. Вторая типовая причина, которая заставляет нас работать с данными не в табличном, а в документном формате, это изменение естественным образом структуры с течением времени. Если вы работаете с такими данными, структура которых естественным образом изменяется, добавляются там новые какие-то поля, новые сложные свойства, и это нормально, вот они так и должны со временем как-то добавляться, изменяться, то табличное хранение и обработка тоже
будет вызывать сложности, потому что любое изменение структуры данных, оно вызовет у вас необходимость создавать в базе новые таблички, новые колонки, а следовательно это потянет за собой изменения во вьюшках, в процедурах, в функциях, которые это обрабатывают, и довольно дорого будет обходиться каждое такое изменение. И если вы попали в одну из этих двух ситуаций, то разумно от табличного подхода немножко отойти. В современные СУБД они не на 100% реляционные уже давно, они такие уже смешанные и позволяют легко интегрировать в том числе документы в вашу базу. То есть выбирайте решение адекватной задачи. В большинстве случаев данные мы будем хранить, конечно, таблично, но иногда какие-то данные отдельные, может быть, будем хранить в виде документов. И вот тогда, если вы решили использовать SQL Server, то есть не будете создавать для этого отдельную базу и все такое прочее, то выбор ваш однозначен, вам нужен XML. Тогда вы получите возможность и нормальной типизации, и нормального индексирования, и много чего еще, что вам понадобится для работы с документами полноценно. Ну, либо выбирайте специально документно-ориентированную базу, DocumentDB, и тогда вашим родным форматом становится не XML, а JSON. Там в DocumentDB тоже вы получите полную поддержку всего, что вам нужно, полноценное хранение и все такое прочее с документами, и проблем не будет. Вот. Если ваш бизнес-процесс крутится вокруг этих самых документов, и документы это самое важное в вашем решении, ну, наверное, в первую очередь стоит рассмотреть DocumentDB. Ну, а если ваше решение уже работает, решает какие-то другие интересные задачи, и в том числе вдруг понадобилось еще иногда с документами работать, то тогда, конечно, не стоит ради этого отдельные сервисы заводить, а прямо в SQL Server задействовать хранение и обработку в виде XML документов. Это удобно. Однако, если все-таки вы чувствуете, что нерационально будет для работы с документами JSON задействовать отдельную СУБД, отдельный сервис, то можно попытаться действовать так же, как и в случае с XML, и попытаться интегрировать работу с документами JSON в ваш код, в вашу базу. Это будет несложно. Ну, это будет точно не сложнее того, как мы это делаем с XML. Я напомню, в чем там сложность. Сложность в том, что когда вы начинаете совмещать работу с табличными данными на языке SQL и работу с XML документами на языке XQuery, это всегда сложно, потому что вы видите сразу два языка, вы видите запрос, который сразу на двух языках написан, и в коде все это перемешивается. Ну, это как смотреть на исходный код веб-страничек на PHP или на старом ASP классическом. Вы постоянно переключаете такой контекст внимания: то HTML, то код, то HTML, там то код, то скрипты, то разметка. И здесь тоже это будет не очень удобно, потому что написание какого-то запроса, какая-то работа с свойствами документов обязательно выльется в написание кода, который будет содержать и SQL, и XQuery. И чтобы это немножко себе упростить, надо постараться это как-то перевести в один язык. Ну, логично в SQL стараться все-таки переводить. И для этого мы что делаем? Часто используемые атрибуты и элементы перетаскиваем из документного мира в реляционный в виде каких-то скалярных функций или вычисляемых столбцов, так чтобы можно было их использовать в селектах и XQuery для пользователя, чтобы не понадобился бы. Ну а для работы со списками мы создаем обычно табличные функции, которые можно использовать также удобно в SQL запросах. Вот точно такие два подхода вы можете использовать при работе с данными в формате JSON. Вот точно так же, как мы делали с XML, никаких изменений. Конечно, технически внутри это будет работать не так красиво, потому что хранение документов JSON все-таки текстовое, ну и индексов внутри него тоже нету.
Вот. Но снаружи пользователь будет чувствовать себя также комфортно. Он будет работать в рамках языка SQL, и ему не придется учить еще какой-то там язык запросов, и пользоваться вашей базой он сможет даже, может быть, не замечая или не зная даже, что там что-то еще хранится в документном формате. Вот пара примеров. Если вам нужно спрятать от пользователя работу с документами, и в этих документах есть какие-то элементы, атрибуты, важные, нужные пользователю, постоянно используемые в запросах, и при этом встречающиеся в документе только один раз, то классический подход такой. Вы при помощи функции JSON-Value вытаскиваете из документа значение вот этого атрибута, типизируете его. В документе JSON там же все текстовое, строковое. А вы это типизируете при помощи функции cast, превращаете в числа, даты и что вам там нужно. После этого оборачиваете в скалярную функцию или сразу делаете вычисляемый столбец, по которому можно строить даже индекс. Вот так. После чего пользователь работает с обычной таблицей. Если же этот атрибут, который интересен пользователю, который часто используется в запросах, встречается в документе не один раз, а представлен в виде списка какого-то, то вытащить функции JSON-Value не получится его. Надо, значит, вытащить этот кусок из документа, этот список, при помощи функции OpenJSON и сделать нарезку, то есть превратить это в реляционную таблицу, которую потом можно будет джойнить с другими таблицами, а также фильтровать, группировать, сортировать и все прочее, что мы с таблицами можем сделать. В общем, план такой же, как и с XML. При помощи функции OpenJSON это все раскладываем по колоночкам, а после этого джойним с табличками, ну и дальше фильтруем, сортируем и все такое прочее. Вот так. Но если вы работали с документами в XML, то чего я вам рассказываю, все это вам хорошо знакомо. Итак, что мы имеем? Теперь у нас есть не только XML, но и JSON для обмена данными с веб-приложениями, сервисами и так далее, что очень удобно. И сразу же появляется полноценный инструментарий. Не придется, как в SQL Server, помните, сначала в 2000-й версии вроде как появилось дополнение с поддержкой XML, но было пользоваться этим весьма неудобно. Не было хорошей функциональной обвязки, как минимум. А здесь сразу все это есть. Сразу есть все необходимые функции, которые позволят очень легко, очень быстро в вашу базу встроить работу с документами в формате JSON. Вот так. Друзья, напоминаю, что то, о чем я вам рассказываю, сам я еще не видел, точнее, не использовал. Я просто посмотрел, что рассказывает нам Microsoft на конференции Ignite майской, на которой было объявлено о том, что выйдет скоро 2016 SQL Server. Но когда летом выпустят версию для тестирования, разумеется, я первым делом это все посмотрю, и мы с вами тогда снова увидимся. Я смогу не только рассказать о поддержке документов в SQL Server, но и смогу вот все то, о чем я сейчас говорил, а также, наверное, кое-что еще интересное, смогу вам показать на примерах. Поэтому через несколько месяцев, пожалуйста, зайдите снова на мой канал на YouTube, и наверняка там появится вторая серия, где я буду вот это не только об этом рассказывать, но и показывать. Ну и, конечно, приходите к нам учиться в учебный центр «Специалист», лучший учебный центр в России. До новых встреч. Увидимся.